заплатите самому делать. Ну надо заплатить и выходить, и все. Что за истерика-то, я не понимаю. Нет истерик. Ну за такси надо заплатить. Вам ваш друг на ветеранов дал деньги, сняли с карточки, что вы заплатили за такси. Что? Он заплатил? Вот он вам деньги дал. Прикольно. Конечно. Понятно. Девушка, давайте платите и идите домой. Я не буду платить. Почему? А потому что это он не платил. Мы доехали на ветеранов в Сбербанк, он сходил, снял деньги, подошел, дал вам деньги и сказал, все, до свидания, едьте. Вы не хотели ехать сначала, потому что боитесь, что вас парень будет бить. Платите деньги, это тем более не ваши деньги, а этот парень дал. И можете идти домой. Девушка, давайте, надо решать уже. Мне надо работать. Да я не буду. Что вы не будете? Я не буду отдавать. Что не будете? Да я сейчас сам возьму. Все, давайте. Клоунада какая-то. Блин, вам не стыдно, ё-моё? Взрослеете. Вот заказ стоит. Клоунада реальная. Я еду и чувствую, что вы мозги начинаете компасировать. Вам не стыдно? Нет, не стыдно. Все. Забирайте рюкзак и выходите. До свидания. Спасибо. Рюкзак не забудьте. Ладно, можно хотя бы... Ну, 100 что? Рублей хотя бы. За что вам 100 рублей? Вот я сейчас осталась. Я даже не знаю. То, что будет мой молодой человек. Если это ваш молодой человек, вы должны дома были быть. А не шляться ночью, фиг знает где. До свидания. Телефон не оставьте. Мне он не нужен. До свидания.